снабжает? Где? Я имею в виду, где они это используют здесь, в парке. Мама, это же invisible things that make energy for you. Угу, хорошо. Мы идем inside of the forest. Это не белка. Это этот. Нет, как он называется? Этот Чип и Дейл. Чипанк, да, чипанк. Чипман, да. Но он может укусить. С него делают maple syrup. Squirrels have been known to become tipsy from guzzling too much fermented maple sap. Вот, с него делают сок. Да, там это муха была, Эду, не бойся. Что-то понял, Эду, из того, что прочитал? Let's go down. Ну ты можешь, да, упасть, а можешь просто скатиться и остаться инвалидом.
Нет, как красиво, солнышко, такой приятный ветер. Ой, Дос, смотри, ты видел, какой здесь мост? Вау, ты видела, Доша, какой туда мост? Интересно, на нем можно ходить? Костя, ты видел этот мост? Серьезно, он не упадет? О май гаш! Ой! Олег! Боже, как красиво, там речка внизу. Река. Речка, речечка, река. Не знаю, видно ли на камере. Вроде видно немножко. Боже, такая прелесть, так высоко. Идем. Там можно столько количества человек идти? Ты помнишь, как в том кино? На этом мосте может идти только один человек. Начали все убегать. А, Just Go, этот фильм. Я его уважаю. Они все шли, 10 человек там нам по мостику, а мостик только на одного рассчитан. А, ну да, он нормальный такой, мне сдалека он показался таким не очень, просто здесь так немножечко высоко, но если падать высоковастенько, но не страшно, не насмерть. Я, конечно, высоты страшно боюсь, кто меня знает, знает, я боюсь высоты очень. Ну, стараюсь работать над этим чувством. Та-дам! Не так высоко. Боже, как красиво. Жалко, еще, конечно, все такое лысое по-весеннему. Еще ничего не распустилось. Еще все такое лысенькое, не зелененькое. А могу себе представить, как здесь летом красиво. Прелесть. Вот лавочки прямо посредине прохода. Посреди трейла прямо. Это трейл называется. Трейлы — это когда вы ходите по какому-то... Трейл — это как тропиночка, тропа, по которой вы идете путь какой-то уже размеренный. То есть, как на иврите маслюль, на русском. Ну, дорожка, тропинка, я не знаю. Ой, какая прелесть. Вот оттуда мы пришли. Здесь кто устал, может присесть, отдохнуть на лавочку, полюбоваться на природу. Здесь вот такое, как сужение, такая вот. Расщелина, вообще не знаю, в природе. Русский язык в природе, я не знаю. Очень красиво. Вот такая елочка, тоненькая елочка. Красиво. Покажу вам немножко себя сегодня. Ты еще себя не показывала. Но на самом деле есть очки, но не хочется в очках, нету всей этой красоты. Природы не видно. Вот мы идем наверх. Классная, какая прелесть. Я сказала, Костя, мы пойдем сегодня в какой-то такой эрия, который не музей, а где-то на улице, потому что такая погода приятная, такая прелесть. Пойдем обязательно где-то, где на природе. Он нашел резервацию от дома недалеко, мы ехали, может быть, минут 10. Вот 10 минут от моего дома на машине. Прелесть. Мамочки! Это что здесь за такой вид? Это вид на эту реку вниз? Классно. Не, ну видишь, мы не над обрывом. Да, Габушка тоже гуляет. Она тоже делает трейл. Делает хайкинг. Ну, это такой хайкинг в кроссовочках обычных спортивных. Хайкинг — это посерьезнее, так кто ли делает, в горы лазит, скалистые. Нужна специальная обувь, ну, пока что не с маленькими детьми. Но для нас это уже почти хайкинг. Хайкаем. Класс. Супер. Что он идет по кругу или нет. И Дашка, красавчик. Привет. Чистим колючки, в которые Дашка наступил. Габи показывает, где еще не дочистили. С палочкой сидит. Говорит, так, здесь плохо почистили, а там хорошо почистили. Лес и тишина. Люди ходят, кто-то сворачивает, кто-то заканчивает трейл, кто-то продолжает. Мы думали закончить, но когда мы пришли, мы увидели, что мужик вообще прямо на стоянку сразу вышли. Мы решили еще спуститься ниже немножко.
Да, красиво. Сейчас весна, они все проснулись. Привет, какая красивая шапочка у Габи моей. Привет. Идем. Пошли, моя киська. Идем.